Bye. Вот там Браслов написано, там школа, автостанция Брасловская. Вот тут, короче, будет открытие кафешки скоро. Мы сказали, что мы рано приехали. Тут будет гуляние, вся фигня. Я думаю, нормальная, конкретная такая рыба ловит. Конкретная. Брасловская гимназия, прямо возле автостанции, вокзала, как тут он называется, там где-то парк, и вот здесь пляж, я говорил, пляж где-то там, хрен знает где, вот он пляж, прям вот набережная у них, оказывается, где. Вот, гроза сейчас напрягается, будем прятаться на автостанции. Ну, что делать? Классный вокзал. Да? Маленький, компактный. Как и в прошлом туре. Дождь. Ну, пока на вокзале пошли. Там посмотрим, что дальше будет. Бля, это просто красота. Да. Вот, ребят, мы спим, короче, в беседке. Вот Костик. Нам уже пора спать. Подписывайтесь. Очень классно. И ставьте лайки на все видео. Спасибо. Я еще на память делаю тоже. Снимаю. Бегом. Мы тебя любим очень. Мы снова здесь. Не такой он и большой, как казалось бы, да? Сейчас 8 часов утра. Мы уже бегом ли? 5 часов выдвинулись с Браслова. Ну, как-то так неожиданно относительно, что так быстро добрались. Все, пойдем дальше ловить попутки. Мне было на твоем дивизии. Важно было через Логойск. Уже неизвестно, сколько стоим на Бобруйской трассе. И никто не останавливается. Вообще, просто никто. Да, летят и вообще даже не кидают. Спасибо, Минск!